Спасибо. Пожалуйста. Ждем. Маленькое объявление от организаторов. К сожалению, Владимир Лангольф не явился. О, строить ячейку социалистического общества, свадьба у человека. Соответственно, остальных, оставшихся, тех, которые дождались нас внизу, попрошу пристегнуть ремни. Аура! Аура оставляет свое пламя! Thank you.
Thank you.
Thank you.
тепло родственных душ. Жаль, не порвется эта нить. Мы умываемся из грязных луж. Может, поэтому часто приходится жить со стороны. Привет. 2 секунды. Был? Был. Понравилось? Очень. Что конкретно? Да, практически все. Как давно был на подобном? Да, ну вот только что зимой на концерте. Молодец, счастливо. Сиди сюда, иди сюда, черт. Сколько тебе лет? 12. А зачем сюда пришел? Чтоб слушать. Понравилось? Конечно. Молодец. Наша смена. Ой, голова пошла гулять. Ветра моя защита. Ну что, давай. Что, вот давай красиво. Курт Кобейн. Ты знаешь, кто это Курт Кобейн? Да. А кто? Солист Нирваны. А зачем сюда пришел? Поотрываться на концерте. Оторвался? Да. Кто тут был? Панки Хой. Кто понравился больше всех? Аура, конечно. Спасибо. Иди сюда, иди сюда. Представься. О-ля-ля. Да. Что ты делала? Слушала. Что понравилось? Все. Нет. СС. Спасибо. Да. Ты кто? Ну, к нашему всему. Как фестиваль? Ну, что можно сказать? Ну. Правду? Правду. Нам понравилось. Также и зрителям. Ну, рад? Ну, будем надеяться. А вот сейчас мы к Червяку. К Червяку. Здравствуйте, как вас? Дмитрий. Ну, расскажите. Впечатление от концерта. Угарно получилось. Как наши славгородские? Мощно рубят.
Нас выкосит эта молодая поросль. Вот арматура, тень нет. Ну, мы думаем, будем репетировать и дальше. Тянетесь. Молодцы. Да, чтобы нас никто не обогнал. Будем стараться. Да ладно, не смотри ты на него. Поле чудес, что ли. Нормально. Машина хорошая. Что, устал за две группы играть? Чего? Просто скажи, устал за две группы колотить. Просто скажи. Давай. Ну ты что не задай. Дима устал? Да нет, не очень. Ну просто за две группы колотить. За две группы колотил, да. Скажи. Канает. Рассказывай. Что рассказывать? Понравилось? Замечательный фестиваль, но устали. Устали. Зрители или вы? Мы устали. Было нечто. Не, ну в принципе мы могли бы отработать бы еще раз. То есть не еще надо раз столько же времени. Блин, не ту. Не, вот посмотри, какой колоритный, а мы к нему не подошли. Я. Ты. Ну хоть бы рубаху рваную на груди СС. Прошло. Одно только у нас еще не хватает публики той, которая действительно понимает эту музыку, которая действительно может отдаваться ей. То есть, не, ну, опять же, у каждого разные вкусы, каждому нравится то, что, ну, что нравится. Насильно мил не будешь. Ветер с моря дул, кому-то нравится Металлика, Железо, там, Slayer, Мегадет, Креатор. Ну, аура – это одно, и аура – это неизменно, аура – это постоянно, и аура – это всегда. И СС, два слова об СС.
Рукой помашите. Да. Базаров нет. Thank you.
Давай!
Thank you.
пожалуйста. Не только здесь ДК, она гастролирует. Последний раз мы были в Барнауле, а за месяц до того в Новосибирске. Вот парни, игравшие там, в Новосибирске, с нами на концерте, и приехали поздравить нас с 4-летием. Это круто! Барабанами никого, что ли? Ну, видать, не туда. Давай. Немножко попса, скажем так, по камерочку. То есть я убил обрубник с Моркси. С этих. Релакс были. Или Реалекс, который тоже. Люди будем запускать. Thank you.
хорошие группы. Кому? Маме? Ты пишешь? Да. А, ничего себе. Мать это его, ладно, навезла, я хотел со сцены сказать. Я что, вода там что-то кончается? Не кончайся. Степан Сергеевич, пользуясь случаем, можете связать привет пока. Рэперы, все заборы, сали. Обоссали, сали, нормально. Эй, на галерке, улыбку сделайте. Сэм, Сэм. Да не подерёшься. А? Да не подерёшься. Да, да, да. Кто сюда положил сало? Ты, наверное, положил. Да как бы я положил, вон мой кусок лежал. Один канал, я не знал, какой левый лицо. Я оба жрал. Стёпа. Сало тушить. Стёпа. Не имею права. Серёга. Дим, полки пить, пить, да? А потом так мы пить да. Помаши ручкой, надо. Я не знаю. Так, я помню. Столько не живут. Я заставляю. Ну чё, чё стоим, смотрим на стаканы. Подняли. На, разливай. Ты налей потом. Здесь, конечно. Вода, вода, вода. Здесь есть. Поближе, если есть. Я разбудешь. Нет, я должен. Это вода. А была? Нет, нет. Вот он наливает. Сделаем и все, Дима. Вот, теперь поверни, теперь поверни ее. Поверни бутылку. Бутылку поверни. Бутылку поверни. Да не той стороной. Во, молодец. Еще вот так. Вот так вот. Все там есть. А, поверни теперь. Кто обещал красить? У нас 80. Две порции налей, а вот налей. Второй у нас не очень. Я хочу передать привет. Кому? Туда. Туда. Я не могу купиться. Пойдет. Ой, заканчивается жирительная жидкость. Что же мы будем без нее делать? У кого? У тебя заканчивается? У тебя заканчивается? А у нас нет. Это только начало. Как хорошо, что я буду. Три ящика у нас, если не секрет. Пустых ящиках, которые надо заполнить. Нет, они не пустые. Они...